«Забытое наследие пророка» – так называется централизованное представление, подготовленное Чистопольским Мухтасиватом и посвященное дню рождения пророка Мухаммеда. В фойе культурного центра, где проходила премьера спектакля, зрители стали собираться еще задолго до его начала. Здесь, благодаря стараниям Союза мусульманской молодежи, царила особая праздничная атмосфера. Вокруг стенды, повествующие о жизни пророка, его родословной. Желающие могли принять участие в тематической викторине, посмотреть исторические фотографии, полистать выставочные книги. Главное действие вечера разворачивается на сцене. В оригинальный сюжет представления заложена история жизни молодого человека Ильдара. Оставшись сиротой, он с малых лет воспитывался богобоязненной бабушкой, которая старалась привить внуку качества, свойственные пророку Мухаммеду. Но с течением времени Ильдар забывает об этих наставлениях, и его жизнь превращается в бессознательную рутину, где нет места таким понятиям, как сострадание, умение прощать, богобоязненность, вера в Создателя. Только пройдя сложный путь, главный герой находит истинные ценности. Это позволяет ему исправить свои ошибки и начать жить, следуя заветам пророка. Представление переплетается с душевными песнями, видеороликами, световыми, звуковыми эффектами, что помогает зрителю лучше понять смысл сюжета, глубже окунуться в мир раздумий, возможно, переосмыслить главные человеческие ценности. В этом и суть постановки, говорят его авторы, представители Чистопольского Мухтасибата. Актеры тоже из их числа. Большую помощь оказали Союз мусульманской молодежи города, активисты, учащиеся медресе при мечети Нур. Благодаря общим усилиям все получилось. Доказательства, множество благодарственных, восторженных речей, и самое главное – бурные аплодисменты зала.